Всем привет, дорогие топокуры. Значит, как известно, 2014 год объявлен годом трудов в России. Поэтому давайте немного поговорим о замечательном производителе табака Зина Давыдова. Значит, Зина Давыдов, основатель компании Давыдов, родился на Украине, в городе Новосеверске, это Черниговская область, сейчас достаточно крупный город, районный центр, насколько мне память не изменяет. Значит, в 2011 году семья эмигрировала в Швейцарию, открыла в Швейцарии собственный табачный магазин. В 2024 году Зина поехала путешествовать по миру, собирать знания о табаке. 2 года прожил на Кубе. Вот, в 30-х годах вернулся снова в Швейцарию, в лоно семьи, взял управление компанией на себя. Значит, в связи с тем, что во время Второй мировой войны Швейцария взяла нейтралитет, в военных действиях не участвовала, значит, по окончании Второй мировой войны компания получила огромный расцвет. Значит, сейчас производит достаточно огромное количество сигар, всевозможного трубочного табака. Сегодня поговорим об одной из его табачных мнений. Это нулевая микстура. Что из себя представляет данный табак? Значит, эта смесь состоит из черного корядиша, берли и выдержанной горджини. Значит, вот в таких достаточно стандартных банках продается характерная белая этикетка Давыдова. Вот этот, конечно, наклейка с Awarded, но и тем не менее. Значит, что из себя представляет табачная смесь? Значит, на удивление, смесь в банке оказалась и не влажной, и не сухой, именно такой, какой ее, в общем-то, и нужно курить. Вот так она, выглядит. Значит, в незажженном виде очень приятный такой слегка сладковатый цветочный аромат. Смесь, опять же повторюсь, ленточной нарезки, очень удобно ее в трубку набивать. Вот, значит, табак при начале курения такой слегка немного цитрусовый, есть небольшие нотки ванили, выдает очень много приятного легкого дыма. Курение совершенно не крепкое, значит, очень интересно оно развивается в трубке. Значит, во второй половине аромат слегка крепнет, появляется дерево, цитрус уходит совершенно на второй план. Значит, появляется такое небольшое угольное послевкусие, очень приятное. И такая слегка уловимая гарность, такая она больше присуща сигарам. Значит, что могу сказать о крепости? О крепости, ну, в общем-то, она в процессе курения совершенно не развивается, как достаточно такая легкая или слегка уловимая. В общем-то, табак мне очень понравился, такой приятный, легкий табак, как говорят, табак на каждый день. Вот, поэтому, если у вас будет возможность купить, попробовать, очень рекомендую. Это достаточно интересная легкая табачная смесь. Спасибо за внимание.